Начали мы с конца сегодняшнюю программу, потому что обычно мы портреты показываем в конце беседы, но показали их в начале. Вот такие замечательные люди работают на этом заводе. У меня вопрос. Давайте сюжет немножко попозже посмотрим. Видим там какие-то технические накладки. Как вам работается в таком коллективе женщин? Потому что у вас практически одни женщины работают, а мужчины, я видела, двоих только на упаковке почему-то. Вы не доверяете мужскому коллективу? Работается прекрасно. Просто так исторически сложилось, что в основных цехах комбината работает женский коллектив, а мужчины в основном инженерной службы. Так. И на погрузке, разгрузке. Ну, вам сложно с такими женщинами Нет, управляться? Нет, легко. Легко. Там сложился хороший коллектив. Работает на комбинаты более 25 лет. Человек 40. Угу. В общем, коллектив слаженный, опытный, квалифицированный. Ну, с ними работается легко. Понятно. Ну, давайте теперь сюжет наконец-то посмотрим. Он готов. Московский комбинат шампанских вин. Основан в 1980 году. Число сотрудников 192 человека. Средний возраст 45 лет. Средняя зарплата 47 тысяч рублей. Это у нас технологический цех. Это самое начало технологического производства. Сюда мы принимаем виноматериал, который приходит к нам в автоцистернах. Мы их скачиваем вот в эти емкости. В этих емкостях мы проводим необходимую обработку виноматериала. И после того, как лаборатория у нас проведет анализ, мы уже пускаем емкости в производство. Эти емкости моются, туда влезает обработчик виноматериала, моет ее и сдают микробиологу. Все у нас под контролем, лаборатория следит четко. Для того, чтобы в эту бочку залезть, должен быть такой миниатюрный сотрудник. Не обязательно. Каждый залезет. Не обязательно, это просто чисто сноровка. У нас довольно крупные женщины есть, которые просто влетают туда. Ларис, вы гимнастка, что ли, прям? Да нет. Там же темно у вас совсем. Как вы там что-нибудь видите? Нет, у нас есть специальное оборудование, которое мы смотрим, если нам темно. Для этого есть переноска. В емкость с запахом невозможно и запрещено залезать. Для этого она должна выветриться. И только после этого мы моем емкости. У нас по каждому трубопроводу идет определенный сорт. Внизу на выходе они потом соединяются в одну, и идет уже готовый купаж, то есть смесь нескольких сортов. Купаж отдыхает у нас месяц, после этого мы его отправляем в цех шампанизации. Мы сейчас с вами находимся в цехе шампанизации. Здесь происходит вторичное брожение того вина, которое готовится в предыдущем цехе, виноматериалов. В этом вторичном брожении участвуют дрожжи и ликер. При добавлении ликера в вино получается бродильная смесь. Дрожжи, переработав сахар, выделят углекислоту, естественную углекислоту. Нет никакой искусственной газации в игристых винах, в шампанских винах. Все это натурально. Пузырьки должны играть долго. Пузырьки в бокале могут играть даже двое суток. Минимально процесс шампанизации занимает 25 суток. Мы сейчас откроем волшебный краник. Вино хранится до розлива при температуре не выше минус 3 градусов. Приготовленное шампанизированное вино здесь разливается в бутылке.
Розлив происходит под противодавлением инертного газа азота. Если вы увидите корковую пробку не укупоренную, она цилиндрическая. Кулачок ее сжимает больше, чем отверстие в бутылке. И насильно туда вставляет. После укупоривания бутылка поступает на мюзлевание. Это одевание проволочной уздечки сверху на эту пробку, чтобы она под давлением не выскочила из бутылки. Теперь бутылка укупорена герметично, газ из бутылки никуда не выйдет. И когда потребитель откроет эту бутылку, у него будет в бокале игристое вино. Вы к этому шуму привыкли? Мы к этому шуму не только привыкли, но и за столько лет работы, если на производстве линия не шумит, это значит что-то плохо, что-то случилось, что-то сломалось. Это у нас контрольные образцы. Мы за ними наблюдаем, смотрим, как у нас наше шампанское сохраняется, как оно меняет свои органолептические, все химические свойства. Срок годности у нас не ограничен. Самое главное, чтобы сохранялись условия хранения. Здесь у нас поддерживается естественная температура не выше 12 градусов, вот, и влажность не выше 85. Вино – это живой продукт, всем интересно работать. Нужно с душой, с любовью работать. Я потомственный винодел. Ну, наверное, это мое призвание. Шампанское – это тот продукт, который сопровождает человека в самые праздничные моменты, самые запоминающиеся, приятные моменты. Прекрасное шампанское в бокалах. Это символ радости и успеха. Ну и с наступающим вас Новым годом и, естественно, процветание вашему комбинату. Спасибо. Побольше хорошей и качественной продукции. Спасибо большое.